Здравствуйте. Хочу показать вам и немного рассказать о ноже Опинель номер 8 с клинком из нержавейки. Не так уж и много видео о ноже с рукоятью именно такого цвета синего, поэтому, может быть, кому-то будет интересно взглянуть. Использую я его более года уже, каждый день на кухне у меня работает по продуктам. За это время клиночек в хорошем состоянии остался, никакого налета, ни ржавчины, никаких следов на нем нет. Образовалось только два небольших замина, вот один в начале лезвия и, блин, как бы к середине, вот чуть дальше вот еще второй замин. Но они не такие уж и большие, существенные. Перетачивать, точить, перетачивать я его не стал, понятное дело. Только когда подсаживается, ну примерно раз в неделю, правлю его на вот такой точилочке Лански. Хорошая штука, удобная. Провел буквально раз 10-15 и все, нож режет как новый. Рукоять. Приятный синий цвет такой у нее. Краска за все время нигде не облезла, не облущилась. Защищает хорошо рукоять, дерево. Вот только белая краска вот с надписью Пинель, вот видно точечки на ней чуть-чуть облезла, и вот на в конце рукояти, ну или в начале, чуть-чуть скол такой небольшой на дереве. Все это все, что с ним произошло за это время, хотя использую каждый день по нескольку раз его. Дальше открывание. Вот из-за краски, из-за того, что вот внутри вот эта вот прорезь, где клинок вставлен, она тоже окрашена, это как дополнительный слой, там, ну, лишний, я считаю. Из-за этого достаточно туго клиночек открывается, открывается, закрывается. А особенно, когда после мытья, после использования от воды он набухает, чуть больше еще разбухает, тогда его открыть вообще очень проблематично становится. Просто вот так вот ногтем его не откроешь. Приходится брать какую-то тряпку и с помощью нее уже открывать, и то туго. Поэтому он у меня почти все время, да не почти все время, находится в открытом состоянии. Вот, хотел я его разобрать, снять кольцо. Оно же замок. Почистить там, может что-то его посмотреть, смазать, но ничего у меня не получилось. Посмотрел видео, в которых сказано, что нужно закрыть нож, тянуть за клиночек. Клинок будет подниматься, и таким образом он снимет это кольцо, оно слетит. Но это у меня ничего не вышло, оно очень плотно сидит, ну, не стал я рисковать, чтобы не сломать, ничего не повредить, поэтому пусть будет так. Работаю каждый день, еще раз скажу, продукт режет отлично, ну, как вы все знаете, как все опинели, просто замечательно. Режет, чистит, особенно приятно им чистить, резать, ну, небольшие продукты, допустим, большой картофель или капусту, это уже будет проблема, ну, для этого есть другие ножи поболее. Вот, использую я его на кухне и все, больше никуда не беру, ни на природу, он у меня вот как-то вот на кухне прижился. Жене еще даю его иногда, там, если она на море, когда едет без меня или же еще где-то там, ну, с собой беру. Даю его ей. Кстати, любимый нож ее. А для природы хочу себе взять в будущем. Ну, возможно, не знаю пока еще. Из углеродистой сталью девяточку. С простой рукоятью. Деревянная, без краски. Вот, интересно мне посмотреть на него, попробовать. Ну, не знаю. Возьму, не возьму. Вот так вот. В общем, такой симпатичный, красивый, прикольный ножичек. Вот и все. Всего вам хорошего, будьте здоровы, до свидания.